Поймай меня. Я всегда говорил, что аттракционы должны быть с кулаками. Да, и кулачки на палочке тоже супер. О, это было так здорово! Я мог бы прокатиться миллион, биллион, зиллион, гиллион раз. Это можно устроить. О, да! Один миллион, биллион, зиллион, диллион раз спустя. Выкатывайтесь, неважно. Наши глаза! Патрик! Да? Кажется, нам уже хватит. Я бы поспорил. Есть одна идея. Давай сделаем перерыв театральный. Бежи, Фудзи! Это я, Иеронимус Глав. Я несравненный создатель и представитель всех перчаток. Вселенные перчатки — это филиал Pulse Industries. Права защищены. Приветствую в невероятно причудливом и прекрасно прилегающем мире перчатки. Вселенная перчатка представляет. Мы начнем сейчас. Если руки ты от холода решил спасать, поверь, перчаток лучше нет. А если надо отпечатков избежать, в перчатках и не останется твой след. Если вдруг нужна суперзащита, чтобы сунуть руку в логово зверей, перчатки тут как тут, перчатки тебя спасут, надень же их скорей. Ставки, клинья, кнопки, строчки, сложный кроль. Руки в денег станешь суперстильной, тогда звездой. Королева в перчатки любит носить каждый день, чтоб прекрасными ручки сохранить. Шляпа для головы, ботинки для ходьбы, перчатки берегут, то тех, кто может заразить. Что ж, строить дом, водить, готовить, чистить туалет. У нас для вас на все один ответ. Перчатка спасет в беде, перчатка нужна везде, и я бы взял сразу две. Да! Песня напомнила мне о том, как я надел перчатку в самый первый раз. Было тепло, уютно и потно. О, я хочу с ним познакомиться. Может, он подпишет перчатки? Мистер Глав, мистер Глав, я ваш большой фанат. Я все время здесь, спросите любого. Я везде покатался, и меня тошнит. Нужен ремонт, нужен ремонт, нужен ремонт. О, простите, я же нечаянно. Тише, или меня накажут. Нужен ремонт, нужен ремонт. Глупец! Молчи, молчи! Патрик! Что ты сделал с нашим героем? Он кричал на меня. Ааа!
вандалы! Все назад! Эй! Не подходите! Ладно, успокойся, пожалуйста. Сделай глубокий вдох и отдай голову мне. Лучше делай, что он говорит тебе. Прошу вас, он не хотел мешать жизни мистера Глава. Он не знает своих сил и не узнает отражение. Не знаю, как он бреет. Да нет, он его просто сломал. Это не настоящий Глав. Это же механическое чучело. Эй, ты кого это назвал чучелом? А что он сказал? Настоящий Иеронимус Глав уже много лет как заморожен. Иеронимус Глав. О, Патрик, это всего лишь робот. Я уж думал, у нас проблемы. У вас проблемы, и вас ждет обоих тюрьма перчатки. Тюрьма перчатки! Я думал, это просто миф! Видишь, она существует. Перчатки! Как скажете. Тюремный джекпот! Вот так не надо. Виноват? Да, он виноват. Тюрьма вселенной перчатка. Ладно, закрыть пятую камеру. Патрик, я именно так представлял себе тюрьму перчатки. Смотри! Нарушаем закон, а? Молодцы, парни! Да я не нарушал, я сломал чучело. Нарушаем закон, а? Хе-хе-хе. Молодцы, парни. Я же сказал вам, хватит повторять. Нарушаем закон, а? Молчи, молчи, молчи. О, ну хватит, Патрик, он просто робот. Они все роботы. Живые только мы. Как же такая кроха в тюрьму угодила? Плакал без разрешения. Без разрешения. Привет. Привет. А вас за что? За порчу парковой собственности. Предположительно. А вы все тут за что? Я все время высовывал руки и ноги в аттракционе. Я встал с места до остановки вагончика. Людоедство! Шучу я! Я просто укусил разносчика лимонада. Он детей ненавидит. За это и укусила. Дай пять! Будем праздновать! Всем сахарных крыс ловите! Ой-ой, кажется, будет... Бомбочка! Эй, малыш, не рдись! Тебе нельзя одному гулять! Эй, Патрик, нам надо... Эй, ребята, он сматывается! Все уходим! Наверное, встал слишком быстро. Идем, Патрик! Нужно догнать малыша! Он сбежал! Но сбежали же все! Тревогу надо включить! Одного нарушения нам хватит! Эй, это он? Да! За ним! Эй, кроха! Вернись!
Крысь, я оставил тебе крысу! Нужен ремонт, 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 рестарт, рестарт. Ладно, перерыв. Эй, вы, лентяи, никаких перерывов. Поставьте мою голову на место немедленно. Да, скоро займемся, начальник. Ну, попадись мне еще раз этот розовый постноголовый тюфяк. Я ему голову оторву. Попался? Возьмем его за руку. Так он не убежит. Столько ходов. Куда же нам надо? Хочу покататься на дорожке. С ума сойти! Опасно! Испытание перчаток! Выпустить перчатки! О, они учуяли Гэри! Передайте маме! Мир носков, прототип! Да! Мир носков! Восьмое чудо Семи морей! Экспериментальный прототип вонючего города будущего! Просим вас не снимать прищепки! Серьезно, этот запах невыносим! Вонючие носковые корки! Ух ты! Тебе понравилось, Кроха? Эй, а где он? Может, он в морту спрятался? Вот он! Вытащи его оттуда! Я не хочу есть! За ним! Это собственность мира перчатки! О, после вас, сэр. Что-то не видно малыша, Патрик. Извините, никто не видел тут маленького... Что? Морг роботов! Круто! Эй, это малыш съел робота, или это робот его съел? В любом случае, это против правил. За ним! Это же он мне голову отломал! Никто не смеет отрывать мою голову безнаказанно! Я Иеронимус Глав! Пальцен Дастрис не несет ответственность за высказывание этого робота. Ну,
Посмотрим, как этим ненормальным понравится вот такой безумный аттракциончик. Теплые носочки прямо из сушилки. Мир носков правда существует. И он правда воняет. Местечко отличное, но запах можно бы и поубавить чуток. Эй, я нашел выключатель вони! Да, Патрик! Видишь, Кроха, все сейчас будет просто... Класс! Патрик! За малышом! К носочным виражам! На перчаточных виражах ты в первый раз назвал меня своим лучшим другом. Стой, друг мой, стой! Вот он где! Не бойся, малыш, мы тебя не бросим! Не вставай, а то в тюрьму посадят! Тебе тут не дует, Губка Боб? Я как раз хотел тебя спросить. А у тебя случайно не болит попа? Нет. Ай, теперь болит! Хватит играть в носочки. Пора малыша спасать. Мы тебя поймали. Вылезай, мелкий негодник. Теперь я поймал вас. Робот Иеронимуса Глава? Эй, вы нашли малыша? Спасибо. Дальше мы сами. Конечно, забирайте. Но сначала я оторву его глупое голову. Нет! Пожалуйста, я даже помог вам. Ой, я сам хотел оторвать. В этом и соль, ты дуралей. Горячая картошка. Берегись. Давно надо было так сделать. Посиди пока тут. Уж не знаю, что значит ваша дуралей, но мне не нравится. Эй, а мне так больше нравится. Тут есть карманы. Мне это дело тоже нравится. На голову оторву все равно. Я же извинился, железяка. Довольно! Нет, 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 так не годится. Поставьте их голову на место, живее! Шикарно! Ух ты! Вы настоящий Иеронимус Глав? Нет, неправда, я настоящий Иеронимус Глав. Хо-хо-хо-хо. Шикарно! Будьте добры, сотрите ему память, пока он не разнес свой парк. Спасибо! Да не этому, другому!
Рестарт, рестарт, рестарт. Вот почему мы носим перчатки на руках, а не на ногах. А-а-а. Шикарно. Боюсь, что я настоящий Иеронимус Глав. И я к вашим услугам. Мы обожаем ваши перчатки. Шикарно. И раз уж драки с нашими роботами не входят в нашу программу развлечений, вы все настоящим освобождаетесь из тюрьмы перчатки. Так нас прощают. Шикарно. Шикарно. Да. Вы доказали, что вы благородны и добры. Поэтому весь мир перчатки я подарю вам. Что, правда? Конечно, нет. Пускай я в заморозке, но я же не отморожен. Что ж, вот и все шоу подошло к концу. Я дам вам лишь один совет. Спешите за покупкой к продавцу, ведь перчаток во всем мире лучше нет. Помогли вы Губка Боб и Патрик всех от роба головы моей спасти. И теперь заключен мир перчатки, ты спасен. Деткам спать уже пора идти. Пока! Эй, а ну вернись! Я оставил тебе кулачок!